это Богомяковская была идея тогда, 1 000 000 тонн нефти и 1 000 000 кубометров газа в сутки. Достигли ее. Это зависело от того, как, сколько прежде всего набудешь скважин. Вот. 1 000 000 тонн нефти, 1 000 000 кубометров газа – это очень много. Да, Геннадий Павлович сильно критиковали, куда-то лезет. Вот, вместо того, чтобы там строить город нормальный, балки, значит, и только бури, там только это, люди живут черт его знает как. А оказалось, что он, в принципе, прав. Раз успели за это время сделать то, что Тюменская область стала спасительницей России, матушки, это его заслуга, потому что гнал он предчувствовал это. А как-то случился этот революционный переворот в 90-м году. Перестали же этим заниматься.